Глеб. Сегодня мы будем играть в GTA Vice City. Ребята, мое прошлое видео было по прохождению GTA 5 миссии затруднения. Там же 4 просмотра, ребята. Ну, мы стараемся двигаться тяжело. Мы стараемся двигаться только в лучшую сторону. И вы меня поддержите своими лайками. Давайте, если наберем под каждым роликом 100 просмотров, 100 лайков, тогда я наконец-то покажу вам мои синие волосы. Да и вообще я хотел сегодня просто покататься по городу. Я, во-первых, тут я придумал одну же затейку. У нас же почему ролик называет, будет называться «Угоняю машину для этого». Угоняю машину для... Как он называется, ребята? Угадайте, для чего я угоняю машину. Да, ребята. Именно для машин салона. Представляете, самые машины. Там машина будет. Или я миссию начну. Давайте лучше миссию. Сегодняшний ролик вообще должен быть называться. Это я тогда пошутил. Вообще он должен называться «Прохожу миссию». Прохожу миссию из каких-то миссий в GTA Vice City. Я думаю, это типичная гонка, ребят. Я слышал, здесь надо мощные тачки типа угонять. Чтобы все было как чики-пуки. Мы должны еще тем временем... Так, ну, понятно. Так, вот здесь мощные тачки. Что за грузовики, блин? Небось гонка, да? Да, места не хватит. Фургон возьмем, значит, если места не хватит. Ребята, я не знаю, что это за миссия, когда месяцу вторую игру. Кто он видит на стрелке? Слава богу, я взял броню себе. Мне брони там чуть-чуть немножко, надеюсь, выживем. Ребята, ставьте мне лайк, чтобы я выздоровел. Потому что... Со мной же все так плохо. И грустно так. Поэтому поставьте лайк, влепите лайк. Я вам буду очень рад. Давайте, ребята, если я провалю миссию, вы ничего не будете плохого писать в комментах, потому что я стараюсь для вас. Потому что я эту миссию впервые прохожу, но я ее проходил когда-то, я видел прохождение. Мой папа эту всю игру проходил 30 раз. Представляете, 30, как так можно всю игру эту пройти? Давайте застопаемся. Сейчас будет перестрелка мощная. Что
Стань Томми. Надо снайперку. Блин, черт, у меня очень мало. Так что тут вообще происходит? Я сильно молчал. Очень страшно. Сейчас там будет жестко. У меня нет. Ёлки-палки, ну куда? Мафия тупая. Так, ребята, я почти закончил. Ай, тихо, тут жмется какой-то дебил. Ох, блин. Ребята, тут одна вещь находится. Сейчас мне чит-код забьют. Сейчас. Поставь на паузу, блин. Нет, я хочу показать. F9 на паузу поставь, оно просто остановится. Все. Небольшая фигня произошла, но ничего страшного. Я думаю, вы все равно поставите за такой лайк. Так. Надо сюда. Ну все, я выхожу на бой. Сколько ты можешь? One.
мы вчера.